Вітаю вас, друзі! З великодніми святами, що минули! До вашої уваги черговий карантинний випуск програми «Sport Ukrainian International». Як бачите, ми поки що тут, в Україні, можемо здійснювати лише ось такі прогулянки з домашніми улюбленцями. Але, незважаючи на це, продовжуємо працювати, намагаємося подавати вам різноманітну інформацію. І сьогодні ми вирішили присвятити випуск закордонним, віртуальним закордонним мандрам. Ми з вами разом побуваємо у країні, де коронавірус шаленів найбільше, а також потім перенесемося до держав, у яких до боротьби з цією бідою підходять найбільш сміливо і рішуче. Наша перша зупинка буде в Італії, де поруч з Міланом мешкає колишній гравець баскетбольного клубу «Кіровоград», вихованець кіровоградського баскетболу Олексій Маханько. І ми зараз дізнаємося із перших вуст про ситуацію в країні, де шаленство коронавірусу панувало найбільше. Ми на карантині, от уже практично місяць. З 11 марта ми вдома. І виходимо тільки от в магазин скупитися там куди-то. І все, как бы, більше нікуди не виходимо. Ну, в принципі, так всі люди роблять. Люди спочатку це несерйозно сприймали. Знаєте, ще італійці, у них как бы, ну, з італійським менталітетом, вони дуже привикли там після роботи куди-то виходити, там где-то гуляти, піти коктейль какой-то випити или що. Ну, вони свободолюбиві люди, і вони не восприйняли це всерйоз і как бы за це поплатились, ну, я так считаю. Мне кажется, просто были не готовы, вот и все. Не были готовы к этой эпидемии. Бергамо много вывозили людей, много умирало людей. Там вообще просто страшное количество. Ну и вот сейчас умирают каждый день более 500 человек. Вот вчера я слышал, что умерло около 500 человек. Но говорят, заразившихся стало уже намного меньше. Менше заражаються, ну це хороший знак как бы, для нас. Допустим, магазин, щоб вийти, у нас такі от правила, там 15 чоловік тільки впускають в магазин. Якщо очередь возле магазина стоїть, всі придерживаються дистанції друг від друга. Заходять тільки в масках, без масок не можна заходити в магазини. Не пускают. Ну, как бы должны еще проверять температуру, но вот в магазин, там, где мы ходим скупляться, там этого не делают. Ну, штрафы у нас, допустим, если поймали там, да, вроде отговорят, что от 400 евро до 3000 штраф. Наш работодатель оплачивает как бы, ну, как карантин. Они-то, по-моему, там 9 недель нам обязаны выплачивать. Государство. Потом я не знаю, как будет. Еще государство не решило эту проблему, как будет дальше, если карантин продлится. Как будут выплачивать зарплату, я не знаю еще. Вот знаю, у кого есть ЧП, да, там частные предприниматели, им государство помогает в виде компенсации, там, по-моему, 600 евро выплачивают. Ну, это хоть что-нибудь. Ось та паніка, вона була вже, зараз вона трохи пішла на спад у вас? Ну, я би не сказав би, що пішла на спад, ну, ввиду того, що людям дуже надоело сидіти вдома, вже почали, я смотрю, так більше виходити. У нас, як би, розрішено виходити від дому не далі 200 метрів, можна гуляти, там, вигулювати собаку, навіть якщо є спортивні якісь площадки, мабуть, можна там упражнятися. Ну, от сьогодні я заметив, вокруг дому сьогодні сусіди бігають, там вже упражняються, там щось без масок, ну, це, я думаю, чревато для них. Ні, ну, настроєння на самом деле хороше, як би, вдома, да, ты дома, уделяешь время самому себе, делаешь, что хочешь. Это мы раньше мы себе такого не позволяли. Здесь живешь в таком очень напряженном графике, очень много работы, ты постоянно в движении. И тут резко, оп, это все обрывается, ты должен сидеть дома. На самом деле, первую неделю
почувствовали немножко какое-то облегчение, знаете, физически отдохнули. А потом уже начинало надоедать. Ну, как-то ментально. Я играл 3 или 4 года здесь в лиге, ну, по-итальянски называется промоционе, я не знаю, это как будет по-русски. Но это типа по уровню, как у нас первая лига, типа. Ну, я старался совмещать работу и, ну, и баскетбол. Это меня очень радовало. Мне нравится. Саме зараз так грають більшість гравців нашого клубу «Золотий вік». Так що це для них не новина. Тому, да, і от останній год я не граю. Я пауза, я вирішив взяти паузу в год, тому що у мене травма. Я не можу зараз грати на такому рівні, як раніше, знаєте. Ну, а коли... якщо поєднувати рівень італійської, ось цієї ліги, в якій ти грав, якщо ти кажеш перша, і тих лігах, в яких ти грав, коли розпочинав, ти грав у вищій лізі, ти грав у першій лізі, ось якщо порівняти. Ну, от якщо порівняти, то вот эта промоционная лига и наша первая лига, они более-менее похожи. Но вот когда подходит уже время к плей-оффу, там команды намного позаряженнее. Можно сказать, по уровню они даже подходят как под высшую лигу. Они более подготовленные, более спонсированные, можно так сказать. Ну и подборка игроков там будет получше. Ну, хорошая лига, мне нравится. Легіонерів є легіонери в цих лігах, де ти грав, де в цей промоціон? Да, є. От у нас даже було позапрошлом году приїжджав один американець. Отыграл один сезон, один американець з нами. Так що у нас я з України, американець, более-менее команда інтернету. Як вони до тебе ставляться? Як вони до тебе ставляться, що ти приїхав? Не кажуть, що ти в них роботу приїхав забирати і таке інше? Ні, такого ніхто не говорить. Такого нема. В команді мене прийняли дуже все тепло, ребята всі дружелюбні, мене всі підтримували. А як команда зветься? Провіджевано. Провіджевано. І які вона цілі переслідує? Ну, не зараз, а які цілі перед собою ставить цей клуб? Ну, эта команда хотела выйти в следующую лигу, серию D они хотели выйти. Ну, как бы у них каждый год типа выйти на уровень повыше. Но в прошлом сезоне у них не получилось, ну и в этом, конечно, тоже не, потому что вот из-за этого коронавируса все остановилось, и чемпионат закончился. Ну, очень тяжело. Я не знаю, я привык каждое утро вставать, читать новости баскетбола, футбола, различные новости спорта, и тут это все обрывается. Очень скучно без спорта. Я даже иногда смотрю там старые записи каких-то матчей. Ну, знаете, не хватает спорта. У меня когда были выходные, там, если преподали какие-то на субботу-воскресенье, я старался смотреть игры, не пропускать. Ну, в силу того, что работаю и график постоянно меняется, не все игры смотрел. Но я, когда было время свободное, я наблюдал и смотрел. Мне нравилось, как играла команда. Дома мы по-русски, конечно. Мы просто от этого всего так устаем, что хочется какой-то разрядки, знаете. Дома на русском или с уржиком, как мы любим. Как мы в Кировограде разговариваем. А итальянскую уже выучил достаточно? Ну да, на итальянском я разговариваю свободно, на работе разговариваю, все нормально. Хотя пришлось язык учить с нуля полностью, было поначалу очень тяжело, ну со временем как бы. А Яна чим займається? Вона ж також не чужий для кропивницького, кіровоградського баскетболу, не чужа людина, яка віддала багато років цій грі, улюбленій грі моїй в тому числі. Чим вона займається зараз? Ну, сейчас она, помимо того, что она работала, она еще занимается нашим сайтом баскетбольным кировоградским «Золотой век». Ведет Инстаграм, следит тоже, все, вылаживает фотографии там. На еду хватает, на одежду хватает, так что у нас все нормально пока. Вот это то, что грустно, что работы сейчас нет. Вот сейчас месяц нам бы как бы заплатят деньги, а потом что делать, непонятно. Еще вот эта вот неизвестность, она немножко пугает.
Непонятно, что будет дальше, насколько продлится еще карантин. Карантин у нас, кстати, вот до 13 числа продлили, ну, продлили, он будет до 13 числа, а потом еще, говорят, его продлят до мая месяца. Ну, не знаю, что будет дальше, никто не знает вообще ничего, что и как будет. В этом проблема. Всем, кто меня знает, во-первых, привет им огромный. Чтобы они сидели дома на карантине, придерживались всех правил, чтобы семья была здорова, все были здоровы, не болели. Ну, удачи всем, всего самого хорошего. А зараз ми переносимося з вами до Швеції. Це, мабуть, найдемократичніша та найсміливіша держава з точки зору протидії коронавірусу. В цьому ви зараз можете переконатися, коли почуєте думку моєї колишньої колеги, журналістки газети «Україна-Центр» Анни Кузніцової-Песенін. Коли ми разом працювали з Анею в газеті «Україна-Центр», то вона переймалася спортивною тематикою і навіть підготувала декілька цікавих репортажів із спортивних змагань. Зараз же, вже живучи в своїй новій країні, Аня продовжує сприяти розвитку улюбленого фігурного катання, яке вона полюбила ще в дитинстві. Зараз, коли ми спілкуємося, я знаходжусь возле катка. У нас спортивный лагерь, лагерь фигурного катания, который я организовываю как член правления клуба стокгольмского. Дети вышли на лед. Было очень сложно организовать лагерь по нескольким причинам. Во-первых, очень нечеткая трактовка рекомендаций правления нашего правительства. Хочу пояснить, слово «рекомендация», когда говорят, почему в Швеции нет строгих карантинных законов, почему нету законов, санкций и так далее. Если премьер-министр Швеции говорит, и главный эпидемиолог говорит, что мы рекомендуем не собираться количеством более 50 человек, это значит совсем нельзя. Да, санкций никаких. Но если законопослушным людям говорят знающие люди, не рекомендуем, они этого не делают. Но эта трактовка не касается спортивных объединений. Поэтому лагеря, сборы, тренировки проводить можно. Единственное, что запретили, это футбольные матчи со зрителями. Поэтому все футбольные матчи Швеции проходят по плану, по календарю, но без зрителей. А хоккей? Хоккей, к сожалению, матчи отменили, но тренировки точно так же проходят, сборы проходят. Легкая атлетика, все на улицах, вот у нас перед катком стадион, он полностью забит людьми, шум, гам, крики, тренируются футболисты, вокруг бегают легкоатлеты, метатели копья, метатели ядра. Наши фигуристки выходят разминаться на этот же стадион. Жизнь бурлит, жизнь кипит. Вообще... Аня, чим це пояснюється, коли весь світ, в тому числі Україна, всі закриваються, я вже тут не знаю, що робити, нас навіть вже по двоє не можна ходити по вулицям, Швеція живе ось таким життям, іначе не боїться цього коронавірусу. Чи його у вас нема? Чим це пояснюється? Коронавірус у нас є. И отрицать это глупо. Его можно не бояться, как это делаю я, но отрицать факт глупо. У нас есть смерти очень много, уже порядка 600. У нас есть заболевшие, у нас срочно построили госпиталь, из выставочного центра переделали в госпиталь в течение полутора месяцев. У нас строят переносной госпиталь. Но, так сказать... Если ты смотришь на статистику, а статистику надо смотреть только ВХО, это Всемирная организация здравоохранения,
И там видно, что в Швеции основное количество погибших, к сожалению, 85+. Количество заболевших, да, есть разных возрастов, но они выздоравливают, они лежат иногда, к сожалению, под вентиляцией искусственно легких, но они выздоравливают только, по-моему, 5 человек до 45 лет. Тобто масок нема, карантинних заходів як такових немає. Нет, у нас масок нет. Ну, как бы, единственное, кто ходит в масках, это студенты из Японии и Китая. Вот они живут в определенных студенческих домах, и вот сразу видно, что они ходят в масках. Я не знаю, есть маски или нет в магазинах, мы никогда не интересовались, никто их не шьет, и сказали, что они, в общем-то, бесполезны. Их надо, только нормальные маски, не пошитые как бы самодельно клубом «Умелые руки», а нормальные маски, сертифицированные, должны быть у работников здравоохранения, только у тех, кто работает с коронавирусом, а не у всех остальных. Потому что пациенты, которые поступают в больницу, их на ресепшене сразу тестируют. Если у тебя положительный, ты идешь в одно отделение, если у тебя отрицательный – другое. Тестов у вас выстачает? У нас перестали тестировать уже очень давно. А тестов на людей, обращающихся в больницы, да, хватает, никаких проблем. Людям посоветовали просто массово не идти, не тестироваться, не заражаться. Люди восприняли это как норму, потому что, ну, какой смысл, что я узнаю, что у меня корона? Ну, и так я буду болеть дома. Если мне будет плохо, я поеду в больницу с обычной простудой. Тобто паники ніякої нема в Швеції? Ну, там, де ти живеш, в Стокгольмі, нет, так? Так, в Стокгольмі. В Стокгольмі есть паника, но она как бы у некоторых индивидов, она проявляется гипертрофирована. И, ну, и на паникеров смотрят слегка косо. Их обсуждают, над ними подшучивают, подсмеиваются. Конечно же, они есть. И среди шведского населения, и среди русскоговорящего, и англоязычного населения. Но это больше мы говорим об индивидах, которые пытались закрыть... Вот мы проводили лагерь в очень таких политически тяжелых условиях, потому что... Кордоны у вас теж не закрыты? Школы нет закрыты. У нас сейчас каникулы... Не-не, кордоны краины. Кордоны. Граница. Нет, граница не закрыта, но люди летают мало. Есть фотографии из аэропорта, где он практически полупустой. Но тем не менее, ну просто никто не покупает билеты. А чтобы не впускать, вот все говорят, давайте посадим страну на карантин, потому что вот лучше сейчас посидеть, а летом поехать отдыхать, откроют границы. Но, ребят, границы не закрыты. Вы из Швеции вылетите, но вы никуда не влетите, границы всех остальных стран закрыты. То есть от нас к нам можно прилететь, если ты гражданин Швеции или у тебя есть вид на жительство, ну, собственно, как и раньше. Тобто ти живеш в унікальній країні, розумієш, так, як мені здається, тому що я спілкувався ось минулої своїй передачі з гравцем нашого чеського клубу, я спілкувався з гравцем клубу з Бельгії, у всіх навіть ажіотаж з продуктами, у вас нічого цього нема? Ви дійсно найкраща країна в світі чи що? У нас была какая-то такая странная анекдотическая ситуация, когда недели три назад, ну там заболевших было, может быть, 20. На интенсиве лежал один, то есть только что-то все начиналось. И тут мы приходим в магазин, и нет туалетной бумаги. Я, прожившая в 90-х и пережившая дефицит, я улыбнулась. Дочь, которая выросла и родилась здесь, она закричала «Мама, война!». Туалетную бумагу гребли и раскупали, ну, просто как-то абсолютно безумно. Они раскупили. На следующий день появилась бумага. Они ее опять раскупили. Она опять появилась. И опять появилась. И люди поняли, ее нет смысла раскупать. Она откуда-то появляется. Точно так же и с макаронами. А потом как-то это все затихло. И сейчас у нас есть абсолютно все. Люди приходят в магазины, приходят в аптеки, открытые громадные торговые центры. Экономика працює. Экономика шведская працює, так? Ну, здесь я не могу говорить так оптимистично. Да, у нас есть большое количество увольнений. Потому что магазины и бутики перевели на работу до 7 вечера.
Очень пострадал малый бизнес. И опять-таки, премьер в своем выступлении не рекомендовал есть в местах общественного питания без большой на то необходимости, дословно. Шведы трактуют без большой на то необходимости, то бишь не ходить совсем. Они перестали ходить, и, к сожалению, очень много маленьких кафе, ресторанчиков и семей, которые этот малый бизнес, так сказать, держали, они сейчас находятся в очень плачевном положении. Но все прекрасно понимают, что наступит лето, корона пройдет, и никто из страны уезжать не будет. Все будут поддерживать этот малый бизнес, который снова откроется. Все будут ходить и есть в рестораны, тратить свои деньги не потому что надо, а потому что, ну, чтобы помочь людям. Школы, дитячі садочки, все працює, так я зрозумів? Да, абсолютно все работает. Сейчас каникулы в школе, но продленка работает, детские садики работают, очень много детей. В начале как-то вот первая неделя был период, когда решили самоизолироваться некоторые люди, ну и не пускать детей в ожидании карантина. Но карантин не наступал, не наступал и не наступал. А в Швеции есть такое понятие «скулпликт» – это обязательное посещение школы. То бишь родитель не может написать справку, что мой ребенок не пошел, потому что придет социальная служба и заберет у тебя ребенка. Это самая жесткая система во всем мире. Посещение школы должно быть ни единого пропуска, они считают часы. И поскольку это существует система, ну посидели они две недели, они набрали то количество пропусков, которое ведет к обращению в социальную службу. И все дети вышли обратно в школу. З катком у нас немножко по-другому. А ось я про це хотів окремо спитати. Як ти прийшла у своєму житті, що ти повернулася до того, з чого починалося твоє життя, так? Ти в дитячому віці займалася фігурним катанням. І знову зараз ти прийшла до того, що ти займаєшся фігурним катанням. Ось в якій іпостасі ти займаєшся зараз і як це тобі вдалося? Я функціонер. Дочка прийшла кататься в клуб. Постепенно я стала смотреть и чуть-чуть обалдевала от шведской системы. Захотелось узнать ее изнутри. Познакомилась с людьми. И было собрание правления. Они меня выбрали в правление клуба. У нас клуб, кстати, один из самых, наверное, самый старый во всей Европе. В этом клубе начинал кататься Ульрих Сальхов, которым назвали прыжок Сальхов. И у нас логотип с изображением Ульриха Сальхова на коньках. Вот этот клуб претерпел трансформацию, но он один из самых крупных и самых масштабных в Стокгольме. Мы занимаемся организацией, собственно, структуры, работы. Некоторые наши члены сидят в Федерации фигурного катания Швеции и так далее. Я стала работать, и вот уже какой второй год, вот сейчас моя задача была организовать спортивный лагерь в условиях вируса. Мы постарались выполнить абсолютно все рекомендации, которые нам дало правление. Это значит, что... Про це детальніше. Це эксклюзивный материал. Матеріал дуже цікаво. Як це ви все зробили? І скільки дітей займається? Да, у нас обычно в лагеря ходит процентов 60. У нас клуб большой, у нас в клубе, по-моему, 525 детей. Это школа фигурного катания и уже соревновательные группы. В лагеря обычно ходит процентов 20. Но поскольку границы не закрыты, но ехать некуда, люди остались здесь и записались в лагере. Сейчас у нас просто какое-то невероятное количество детей, которых надо организовать и распределить. Очень много сопротивлялись с другими членами правления, которые считали, что это опасно. Но мы объяснили, если опасно, вы можете сидеть дома, это не обязательно. Кому не опасно, можете приходить. Правление проголосовало, да, лагерю быть, сбором быть. Мы пытаемся выполнить все рекомендации правления. То бишь, на льду лед – это утемхюс тренинг, это как тренировка на улице классифицируется, фигурное катание, по площади и по температуре. А никто не говорил, что надо закрыть тренировки на улице. Мы провели это вот так юридически. Далее мы распределили детей не более 6 в каждой раздевалке. Они сидят по группам. Мы
контролируем, чтобы у них было расстояние между ними 1 метр. Мы им спиртуем руки перед выходом на лед и после выхода на лед. Детям запрещено обниматься, ну и, в общем-то, находиться близко друг к другу. Ну, конечно, это все профанация. Потому что это не все делают в раздевалках под присмотром взрослых. Они выходят на улицу, они обнимаются, целуются, идут в кафе ближайшие, садятся 10 сантиметров друг от друга. Поэтому это все бюрократия чистой воды. Сказали, так надо сделать, мы делаем. Объяснили детям, надо слушаться, дети слушаются. Но никто не понимает, что это опасно, что так надо, потому что это вопрос жизни и смерти. Главный санэпидемиолог страны все время говорит: я настаиваю на том, что люди должны, дети должны заниматься спортом. Его цитата, я специально вот выписала перед тем, как тебе позвонить. Mm-hmm. Дети должны заниматься спортом для того, чтобы поднять иммунитет, сохранить здоровье и психологически пережить непростое время. У них должны быть свои рутины, свои победы и свои поражения. Они не могут жить в страхе мира взрослых. Завершуємо нашу сьогоднішню мандрівку у сусідній Білорусі, яка традиційно обрала свій шлях подолання цієї кризи. Своїми враженнями від життя та боротьбою з коронавірусом у Білорусі з нами поділиться наш земляк, нинішній арбітер Федерації баскетболу Білорусі Ярослав Радіонов, а також мій колега, спортивний білоруський журналіст Григорій Трофіменко, з яким ми разом працювали на других європейських спортивних іграх у Мінську. Ничего такого не происходит. Вот. На самом деле нету ограничений, какие-то запрещающие меры в плане того, что нету карантина, нету ограничения свободы передвижения, нету обязательного ношения маски. Вот. Ну, я не знаю, выгуливай собаку сколько хочешь, играй с ребенком на площадке сколько хочешь. Вот, то есть передвигайся по улицам, я тебе видео показывал, вот мы пытались когда связаться, ты видел и в церкви сейчас много людей, и на улице много людей. Вот, да, как бы белорусы довольно дисциплинированные в плане того, что многие как бы пытаются самоизолироваться, вот, многие как бы одевают маски. Но это не большинство людей, вот, но достаточно видимое количество людей, которые носят маски. В магазинах наклеены безопасная дистанция, 1.5-2 метра, ленточки наклеены. То есть, но в магазин, как заходишь, нету, никто не стоит на дверях, никто не контролирует вход-выход. То есть сколько человек зашло, сколько вышло, то есть с этим проблем вообще никаких нету. Кассиры, многие, скажем так, многие работают в масках, но не абсолютное большинство. В масках, в перчатках, но опять же подчеркиваю, не абсолютное большинство, но многие, многие. Вот. Ніякої паніки, нагнітання ніякого нема. На телеекрані кожен день не повідомляють вам про кількість хворих, нічого цього нема. Ну почему? Почему? Я смотрю новости, то показывают количество инфицированных, вот, то есть статистику показывают. Вот, на вчерашний день, сегодня, честно говоря, не смотрел новости, но на вчерашний день, это на пятницу, то было проведено больше 81 тысячи тестов на коронавирус. Вот. Президент республики регулярно выступает по телевидению, и он достаточно оптимистичен в своих выражениях. Это тоже вселяет уверенность людям, вот, многим людям.
Ну, скажем так, лично у меня, могу за себя сказать, у меня, у моей семьи паники никакой нет. В магазинах мы не скупаем ни туалетную бумагу, ни гречку, ни сахар. Все есть в достаточном количестве. Цены на стратегические продукты не растут. Вот, как были, так есть. Возможно, какие-то незначительные колебания на те продукты, которые, ну, не повседневно употребляешь, но возможно и есть, просто это не замечаю, не слежу за этим, но стратегические продукты, хлеб, молоко, как бы гречка та же, вроде бы как бы на одном и том же месте, насколько я. А хворі є у вас? Хоча повідомляють про якісь, про те, що захворіли на коронавірус, кількість хворих, і або це все списують на сезонні захворювання? Ні, чому? Є. Є, говорять о заболівших на коронавірусну інфекцію. Вот. Полностью статистика идет такая, как везде, как во всем мире идет, сколько заболело, сколько выздоровело, сколько умерло, но опять же идет информация такая, это то, что я вижу, что как, ну, вот, по информации то, что я вижу, что это осложнение к основному заболеванию, то есть идет коронавирусная инфекция. Тобто вот, ніякого особливо... приховування статистики ти не бачиш, так? Ну як ми з тобою пожили в Радянському Союзі трошки, да, і знаємо, що як це можливо приховувати, замовчувати для того, щоб заспокоїти. Ну такого нема. І ну, ти не давай бачиш. Так, я відвечу таким образом, що в кругу людей, с которыми я общаюсь, а у меня здесь достаточно большой круг как в спортивной сфере, так и в других сферах есть люди, с которыми я общаюсь, то я скажу так, что ни один не сказал, что у него кто-то из знакомых заболел. И я тебе то же самое могу сказать, я не знаю такого знакомого персонально, который бы заболел, или его родственника, который бы заболел, ну и, не дай бог, конечно, умер от этого заболевания. Две недели назад, получается, даже, может быть, больше, позже, тогда еще эпидемия не приняла таких вот больших масштабов даже у нас в стране. Я не помню, там на начало апреля, там 3-4 числа было, по-моему, количество зараженных равное порядка там 200-300. Вот, поэтому хоккей благополучно как-то мы смогли завершить, и здесь проблем не осталось. А чемпионаты Беларуси по гандболу, по волейболу были приостановлены. И действительно, как вы правильно заметили, у нас сейчас действует только футбол. А количество зрителей как-то уменьшилось в какой-то геометрической прогрессии. Играют без зрителей многие фан-клубы. Просто приостановили поход на стадионы и призвали всех это делать, всех болельщиков клубов. Ну, всех болельщиков садят в каком-то таком шахматном порядке, вы понимаете, о чем я говорю, да? В последних двух турах проверяют тепловизорами при входе на стадион, если там, естественно, высокая температура, их, ну, поворачивают, грубо говоря, да? Ну, остальные ходят на футбол. И вот взять статистику, да, на этом отрезке чемпионата в прошлом году, наша средняя посещаемость составляла порядка там 2200. Сейчас средняя посещаемость туров составляет где-то 400-500 зрителей. Ну, то есть многократно уменьшилась аудитория в 4-5 раз. Понимаете, да? Конечно, конечно. Что касается буних каких-то, то, ну, знаете, наверное, мы с вами оба были в Европе и представляем жизнь в Европе. Это... Нормальным, обыкновенным делом является, когда люди гуляют по вечерам,
развлекаются, я не знаю, выпивают. Ну, что в Украине, насколько знаю, можно там на улицах выпивать, правильно? Ну, в разумных пределах. У нас в Беларуси, в принципе, нельзя выпить баночку пива, сидя на скамеечке. Тебя сразу заберут. Вот. А белорусы, в принципе, менее склонны к каким-то вызывающим в этом плане действиям. И то есть, вот я видел фотографии Киева в Фейсбуке, Киева, который типа на карантине, да? Это Минск, обычный Минск, при обстоятельствах, когда никакого коронавируса нет, понимаете? То есть у нас живет народ больше по норкам, по кухням, и старается как-то не выпячиваться, не вылезать лишний раз в принципе. А что касается предприятий, важный момент. Часть из них работает на удаленке, где это возможно. Но вы понимаете, наш президент сказал такую вещь. Дескать, предприниматели, там, владельцы своего бизнеса, поройте в своих карманах, в своих заначках и выплатите людям зарплату, отпустите их типа на карантин. Но понимаете, это заявление, оторванное немножко от реалий, потому что в Беларуси, я думаю, как и во многих странах, у вас в Украине в том числе, бизнес живет от месяца к месяцу. От зарплаты до зарплаты сам предприниматель живет. И то есть это технически невозможно распустить всех людей по домам и выплачивать им зарплату, когда нет никакого производства. Когда нет оборота средств и нет никакого ВВП. Понимаете, да? Пропаганда есть, но вы знаете, даже у лояльной нашему президенту аудитории выработался какой-то иммунитет, ну что ли, не доверять государственному телевидению, да, государственным каналам. Если все хорошо, значит, черт побери, нужно задуматься. Это самое. Если телевидение говорит так, наверное, все-таки что-то иначе. И даже когда государственные каналы говорят, что не бойтесь, не паникуйте, ничего, продолжайте работать, люди все равно, те, которые голосуют и будут голосовать за Лукашенко, они опасаются все-таки, все читают новости, все присутствуют в каких-то телеграм-каналах, Фейсбуке, ВКонтакте и видят колоссальное количество сообщений о том, что вот у нас Витебск такой есть город, северный, центр северной, северная столица так называемая, и вот из общего числа зараженных, ну, он где-то треть там, ну, понимаете, насколько развернулась там эпидемия, потому что все население Беларуси 9,5 миллионов, а там 300-350 тысяч. Ну, как у вас, это, наверное, Черновцы или где там сейчас центр наибольшего зараженных человек. То есть там люди совсем уже зашились, грубо говоря, и есть небольшие такие сообщения о демарше со стороны медицинских работников, у которых нет специальных средств защиты, не хватает их. Они отказываются работать, даже несмотря на свой долг и так далее. Признаюсь честно, вот за последние пару недель не видел нигде ни одной скорой в городе. Правда, вот как-то, может быть, просто не случилось, но все пишут, что вот забирают людей, фотки кидают, заходят в аптеки, говорят, что вот где-то масок нету, где-то антисептиков нету и прочее. Ну вот я буквально вчера зашел, все в порядке, маски, антисептики есть как-то. Может быть, просто подвезли и так попал. Ну, вот как-то так. А что касается медицинских работников, да, на начальном этапе, когда вот развернулась эта вот вся ситуация, вот где-то в 10-х числах апреля, наверное, может быть, 7-8 число, у нас как-то лавинообразно в один день скакнуло количество зараженных, и было множество сообщений, что действительно медицинские работники не обеспечены должным числом средств спецзащиты. Ну, в принципе, как-то вот я, опять же, читаю сообщения и на позиционных ресурсах, что вроде бы, как бы, по крайней мере, к концу этой недели снабжение именно ладилось. В среднем на душу населения ПВЛ, я вот читал, и это замечание ВОЗ, и я не встречал, чтобы его опровергали вот оппозиционные издания, которые, ну, любят докопаться до правды. У нас достаточное количество ПВЛ в среднем на душу населения, больше, может быть, чем где-то даже в развитых европейских странах, но они все основные сконцентрированы в Минске. У нас все-таки центр, Минск такой центр информационной, там, спортивной, экономической и так далее жизни, что уровень медицины в Минске и на периферии, мы даже не ведем речь о каких-то там городках, местечках, а даже об областных центрах, если ведем, все-таки колоссальным образом разнится.
Минск впереди всей Беларуси, и если действительно что-то будет подобное, нехорошее, чрезвычайная ситуация на окраине, в том же там Витебске, если развернется вдруг, там Могилев, Гродно, то это действительно рискует привести к каким-то очень летальным последствиям, на мой взгляд. Часть белорусов самоизолировалась, но в то же время некоторые походят, грубо говоря, на самоубийц. Я с каким-то пониманием, может быть, отношусь, когда люди там среднего возраста ходят на работу. Вот буквально сегодня шел возле церкви, у нас тут на улице Притыцкого, у меня есть церковь, и просто, то есть, шеренги людей пожилого возраста, не соблюдающие никакой дистанции, идут, ну, по случаю праздника в церковь, и не осознают, может быть, даже не понимают опасности, глубины проблем. Вот именно для них, с огромным сожалением, констатирую, что они вот настолько доверяют власти в этом смысле и избегают, может быть, даже лишней паники, хотя паника в их смысле была бы вполне понятна, если бы они оградили себя от вот этих вот контактов, даже в праздник. При выезде из городов, которые по официальным сообщениям являются центром распространения вот вирусной инфекции, опять же, я вел речь о Витебске, там, по-моему, это Пинск у нас, это немножко южнее, это наша белорусская Полесье, там при выезде из города и при въезде там проверяют людей тоже на температуру и, ну, спрашивают банальные вещи какие-то там, по каким надобностям, грубо говоря, покидаете город или въезжаете туда. Ясное дело, что чаще всего никого не поворачивают, я не слышал таких сообщений, но вот какие-то такие минимальные, как у вас говорят, засобы захисту все-таки наличествуют. Что касается Минска, то никаких, как вы говорите, национальной гвардии или там полиции или прочих сил, ну, то как бы правоохранительных органов, которые бы регламентировали движение людей, ничего такого подобного не существует. Как это, до 2013-2014 года Лукашенко был последним диктатором Европы, да? А после Майдана, после Крыма, после оккупации, аннексии Крыма, это вот звание такого главного злодея, главного такого Воланда Европы, хотя вообще спорно, что Россия и Европа, приняла себя Владимир Путин. Да, в Европе отчасти выгодно, не выгодно, а как бы, ну, скажем так, она стала лучше относиться к Лукашенко. И есть какие-то кое-какие поползновения к открытости. Вы знаете, наверное, у нас шенгенская виза стоила 80 евро. Вот буквально пример из жизни. А сейчас было подписано соглашение с ЕС, что шенгенская виза будет стоить 35 евро. И когда люди у нас, то, опять же, еще раз повторяюсь, живут от зарплаты до зарплаты, им вот эти 45 евро, которые они выручат от визы, это будет огромным подспорьем. Кто-то подумает, а вот все-таки я поеду в Европу съезжу, а не в Россию, в Петербург, например, на отпуск, или там не в Крым, не в Севастополь, не в Симферополь на отпуск. Многие предпочтут действительно посъездить в какой-то там курорт, условно говоря, Болгарию, я не знаю, там Черногорию, то что-то европейское увидеть. По крайней мере, у меня действительно есть такие знакомые, которые именно после этого собираются открыть для себя Европу. Наостанок зазначу, що наша розмова з білоруським колегою вийшла доволі тривалою та пізнавальною. Тож, в одному з наступних випусків нашої програми ви зможете більш детально познайомитись зі станом розвитку спортивної преси та взагалі спорту у Білорусі. А зараз вже прийшов час прощатися. Як завжди, бажаю вам любити спорт в усіх його проявах. Обов'язково дивитися наступні випуски нашої програми, дотримуватись вимог карантину і будьте здорові! Усього вам найкращого!